Очередную партию гуманитарной помощи отправили волонтеры из Нижневартовска. Получатели – военнослужащие из Югры, а также жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. За последние два месяца совместными усилиями неравнодушных собрано более 570 коробок с необходимыми вещами для мирных жителей и столько же посылок солдатам. В этой работе активно принимают участие и сотрудники администрации, и подведомственных учреждений. Я благодарю всех за активное участие, призываю всех присоединиться к этому, ведь все вместе мы приближаем нашу победу.